Poštovani gledalci, pomaže vam Bog. U današnjoj emisiji imamo rijetku priliku da pod svodovima Hrama Svetog Save ugostimo ni manje ni više nego kosmonauta. Danas nam je u gostima gospodin Sergej Kudz-Sverčikov, kosmonaut Rus Kosmosa. Sergej, zdravstvo. Dobrý den. Dobro požalovat. Спасибо. Давайте сначала представьте себе. Кем вы являетесь? То есть я сказал, что вы космонавт, но поближе, поточнее немножко. Да, я космонавт-испытатель госкорпорации Роскосмос, Российского космического агентства. Меня зовут Сергей Владимирович Кудз-Сверчиков. Да, что такое Российское космическое агентство? Чем оно точно занимается? Это государственное учреждение, да, и государственная корпорация, которая обеспечивает доступ в космос России и обеспечивает нашу страну космическими услугами, которые необходимы в гражданской и военной сфере. Да, итак, вы по-настоящему в космос летаете, да? Да, мы летаем в космос. В данный момент в России есть отряд космонавтов, в который входит более 30 человек. И сейчас Роскосмос участвует в проекте Международной космической станции. Мы работаем в космосе, и буквально 2 месяца назад я вернулся с Международной космической станции, на которой провел 185 дней. Очень хорошо. А вы летаете в космос, но на этот раз вы прилетели в Сербию. Какой повод вашего приезда? В Сербию в этот раз мы прилетели в рамках проекта фонда Unity. Этот проект ракета, и он посвящен поддержке онкобольных пациентов. Я сейчас постараюсь чуть подробнее рассказать. Когда я работал на космической станции, к нам прилетел скафандр «Мечтатель». Он был так назван, потому что чехол скафандра, оболочка была расписана детьми из различных стран, из различных городов по всему миру. На этой оболочке были рисунки детей. Рисунки детей, и не просто рисунки, а их мечты. И в этот раз мы приехали в Сербию с визитом. Это первая страна, которую мы посетили в рамках этого проекта. Мы рисовали с детьми, которые находятся на лечении, либо вылечились, но которым нужна поддержка. И мы попросили нарисовать их мечты, чтобы отправить эти мечты в космос. Когда я был на станции, то я встретил этот скафандр, и мы обратились к детям, показали детям, что их мечты доставлены в космос, и этот скафандр, он их будет воплощать, потому что мечты, они для того и мечты, чтобы сбываться. И вот сейчас мы хотим собрать больше мечт детей и сербских детей и отправить их в космос на ракете, на перспективной ракете. Вот вкратце, чему был посвящен наш визит в Белград. Да, но если вы уже коснулись мечты, наверное, каждый мальчик хоть раз в жизни мечтал стать космонавтом. Я один из таких, но никогда даже не узнал, как вообще стать космонавтом. Расскажите нам, пожалуйста. Действительно, многие дети мечтают о каких-то профессиях, особенно мальчишки мечтают о профессиях смелых людей, это пожарные, военные, вот кто-то мечтал стать космонавтом. И я, когда был маленький, я, честно признаюсь, не хотел стать космонавтом, я хотел стать как раз пожарным спасателем, вот, такую профессию выбрать. Но со временем я понял, что стать космонавтом возможно, и меня затянула эта профессия. Я закончил обычную школу в Подмосковье, рядом с Москвой, и затем я поступил в технический университет, закончил его с отличием и
начал работать в конструкторском бюро, которое разрабатывает новые космические станции и пилотируемые корабли. И затем я уже после этого, набрав опыт в инженерном ремесле, отправил свое заявление, свою анкету с просьбой зачислить меня в отряд Роскосмоса. Но сразу скажу, с первого раза у меня не получилось, пришлось сделать несколько попыток. То есть все-таки, чтобы мечта сбывалась, необходимо трудиться, необходимо усердие. И, конечно, моего опыта как инженера было недостаточно, только опыта для того, чтобы поступить. Необходимо, конечно, было хорошее здоровье, необходимо было хорошую устойчивую психику, хорошую физическую подготовку. И все это при поступлении проверялось. И вот так получилось, что я подошел по всем параметрам, и меня зачислили в отряд космонавтов в 2010 году. А в космос я смог полететь только в 2020. То есть подготовка заняла целых 10 лет. И из чего состояла эта подготовка? Подготовка состоит из самых разнообразных предметов, скажем так, видов деятельности. Конечно, основной вид подготовки — это теоретическая подготовка, без которой никуда. Обычно, когда я общаюсь со студентами или со школьниками, они удивляются или смеются, или расстраиваются, потому что они думают, что самая важная подготовка, наверное, это работа в скафандре или прыжки с парашютом, но нет. Самая важная подготовка — это учебники, учебники, учебники. Конечно, у нас есть и другие виды подготовки, которые называются специальными видами. Это и прыжки с парашютом, это и водолазная подготовка, это работа в скафандре, это летная подготовка. Мы выполняем различные задачи, пилотируя самолеты реактивные. Конечно, у нас есть подготовка в области медицины. Космонавт — это вообще такой универсал, который должен уметь делать все или хотя бы знать иметь базовые навыки и далее их развивать. То есть мы не имеем возможности послать на космическую станцию врачей, ученых, пилотов, поэтому космонавт, он должен уметь все это. И поэтому подготовка достаточно длительная, она очень интенсивная. И скажу, что бывает такое, что не все выдерживают, даже те, кто, даже будучи зачисленными в отряд, не все достигают, не все доходят до космического полета. Кого-то отчисляют, кто-то уходит. А что в ходе подготовки для психически устойчивой личности, какие процедуры? Входит ли, может быть, молитва в такие процедуры? Ну, я имею в виду на личном плане вашем. Я знаю коллег, которые действительно обращались к молитве во время подготовки. Я не знаю, многие не испытывают такого серьезного стресса психологического, отчасти потому, что нас уже отбирают с такими качествами, что мы достаточно устойчивы к психологическим стрессам и можем выдерживать серьезные испытания. Да. Одиночество чувствуется в космосе? Знаете, мы совсем недалеко от Земли оторвались. Мы летаем на высоте всего 400 километров, и в масштабах космоса это практически ничего. То есть буквально чуть-чуть приподнявшись над атмосферой. Конечно, мы находимся в изоляции на космической станции. Это накладывает определенные отпечаток, особенности, потому что находиться с одними и теми же людьми в течение полгода в очень маленьком объеме — это непросто. С другой стороны, мы, человечество, скажем так,
не отрываемся, потому что мы всегда видим землю, мы всегда рядом с ней, мы видим ночные города, как светятся, то есть мы всегда ощущаем себя частью земли. Вот было бы интересно, конечно, описать ощущения, если улететь куда-то дальше, к Луне, может быть, или к Марсу, но предоставим возможность рассказать об этом тем, кто туда полетит когда-нибудь. А если уже такой хороший вид на Землю, скажите, а она точно круглая? Абсолютно. Она очень-очень красивая. Это, когда меня спрашивают, что самое необычное я видел в космосе, люди порой ожидают, что я расскажу о чем-то сверхъестественном. Но на самом деле самое красивое и необычное, что я видел, это наша Земля. Она меняется каждый момент, меняется погода, сезоны, меняется освещение, горы, океаны. Она безумно красивая, и, конечно, ее надо беречь и сохранять и во имя наших детей, и во имя будущих поколений. Святитель Василий Великий говорит, что человек, размышляя и созерцая красоту всего сотворенного, может прийти к Творцу. Да. Есть ли у космонавта на борту время для, скажем так, философских размышлений? Безусловно, каждый космонавт каким-то образом размышлял о том мире, который нас окружает. Есть время, у нас есть время между работой и перед сном, чтобы заняться каким-то своим личным делом. И когда меня спрашивают, что я делаю в свободное время, я обычно фотографирую Землю, смотрю на Землю. Она очень интересная. Вот. И можно сказать, что тогда у нас свободное время не остается, потому что мы используем уникальную возможность посмотреть на нашу планету со стороны, чтобы описать ее и перенести на Землю, вернувшись домой, знания и показать, вот смотрите, какая она замечательная, эта планета. Каким-то образом передать эту красоту всем остальным, кто не имеет возможности взглянуть на нее своими глазами. А как вообще проходит, скажем, рабочий день? Какая программа и какие у вас конкретные задачи? Мы коснулись свободного времени, но о рабочем времени ничего не сказали. Рабочее время очень похоже на рабочий день на Земле. По-крупному сутки делятся на несколько зон. Это зона отдыха, это сон и подготовка к работе, то есть утренний там туалет. И рабочая зона по времени. Это промежуток времени, когда мы начинаем работу, начинаем мы ее в 9 утра, то есть примерно в 6:30 мы встаем, поднимаемся, какие-то личные дела с утра, умываемся, готовим вещи к работе, готовим инструменты, затем мы начинаем работу с 9 и примерно до 9 вечера мы работаем. И вот этот вот дневной блок рабочий входит прием пищи, то есть обед, примерно час, то есть пообедать можно, отдохнуть там, ну, в пределах часа, и 2 часа обязательно физических упражнений, поскольку для поддержания мышц и костей нам необходимо в невесомости постоянно двигаться, чтобы поддерживать организм в тонусе для возвращения. Пожалуй, крупными частями примерно так, ну, а в рабочую зону входят различные эксперименты. Международная космическая станция, в первую очередь, это большая лаборатория, где мы проводим научные эксперименты в разных областях. В областях медицины, то есть мы исследуем человеческий организм, как он меняется, как мы приспосабливаемся к невесомости. Невесомость для нашего организма — это что-то новое, это отчасти враждебное, поэтому организм начинает адаптироваться, и врачам очень интересно это, как это происходит. Мы проводим различные эксперименты биотехнологические, выращиваем растения либо микроорганизмы, чтобы на простейших структурах понять, как они устроены. Невесомость дает
такую возможность создать как бы идеальные условия для развития, когда не действует сила притяжения. Получается иногда очень ровные, практически идеальные кристаллы. Это эксперименты в области материаловедения. Например, получив идеальный кристалл, мы можем понять его структуру, которая поможет нам воссоздать его на Земле и создать, например, новые лекарства или новые материалы, разгадать какие-то загадки, которые здесь очень сложно разгадать на Земле. В принципе, многие эксперименты проводятся для того, чтобы понять, как нам работать и оставаться в космосе дольше. Потому что если мы хотим исследовать Вселенную дальше, нам надо лететь далеко. Значит, надо каким-то образом жить дольше в космосе. И вот в нашей лаборатории, Международной космической станции, мы пытаемся исследовать разные способы, разные материалы. Это очень интересная работа, захватывающая. И, конечно, нам для этого приходится изучать все области, в которых проводится этот эксперимент. То есть быть немного ученым-биологом, быть немного ученым-врачом. Приходится вникать, чтобы эксперимент выполнить. Доставить оборудование на станцию достаточно дорого и непросто, поэтому все эксперименты надо выполнить с первого раза и очень качественно. И вот когда меня спрашивают, почему я больше всего волновался в космосе, наверное, больше всего я волновался, когда выполнял ответственные работы. Меньше было волнения, опасения за собственную безопасность, за собственную жизнь, но за то, чтобы выполнить поручение очень важное, результаты которого ждут ученые на Земле, вот это вот было волнительно, чтобы ничего не испортить. Вот. И еще часть работы, которую мы выполняем на станции, это техническое обслуживание станции, ее усовершенствование, потому что станция — это большая машина, которая работает, не останавливаясь, уже 20 лет. И ее надо обслуживать прямо на ходу. Естественно, мы меняем какие-то агрегаты, которые выходят из строя. Мы демонтируем устаревшее какое-то оборудование и ставим новое. То есть это постоянное обновление техническое. И это тоже очень важный и интересный процесс. То есть работа у нас расписана буквально по минутам. И на вопрос, скучно ли нам бывает в космосе, я всегда отвечаю, что нет, у нас нет времени на то, чтобы скучать. Всегда очень интересно, всегда очень насыщенная работа. Ну хорошо, еще один вопрос, прежде мы перейдем к последнему. Да. В чем вообще сегодня цель освоения космоса? Вот ваши исследования направлены в такое русло, чтобы человеку оставаться дольше. Может, он хочет даже на Марс поехать. Или какая сегодня цель? Какая цель, скажем, ну, становится ли человек от этого лучше, скажем так, в моральном смысле или в каком? Безусловно, я считаю, что цель работы — это распространение знаний, это получение новых знаний в первую очередь, это распространение знаний о том, как устроен наш мир. Ведь когда люди понимают основные законы, основные принципы и знания, то они меньше спорят, если они находятся на одном и том же уровне знаний. Конечно, цель станции, именно космической станции, получить такие знания, которые помогли бы всему человечеству как-то развиваться дальше и исследовать, может быть, и Марс, может быть, и Луну, все вместе. Вообще, Международная космическая станция — это интересный проект и с той точки зрения, что более 15 стран работают вместе. Инженеры, ученые решают задачи вместе, обмениваются знаниями, и космонавты работают вместе в замкнутом пространстве очень долго.
и при этом не возникает никаких трудностей. То есть это невероятный пример о том, как мы все вместе можем работать над общей целью развиваться во благо всего человечества, даже если возникают какие-то трудности или какие-то вопросы, мы всегда можем их решить, мы всегда должны находить решение. Вот это вот, мне кажется, один из примеров, как мы можем жить все вместе в мире, решая общие вопросы на планете. Спасибо вам. Еще один вопрос, последний. Мне хочется спросить вас, какие ваши впечатления от Сербии? То есть вы первый раз в Сербии, и что успели видеть, где побывать, какие ваши впечатления, и есть ли желание вернуться? Впечатления о Сербии самые лучшие. Да, я в первый раз здесь и встретил очень радушный прием, замечательные гостеприимные люди. Ну, мне сложно описать гостеприимство, просто очень-очень хорошие, добрые люди. Нам повезло, прекрасная погода. Сразу скажу, что у вас замечательная, вкусная национальная еда. Не могу это не отметить, потому что просто невероятно. Природа. Такое очень-очень хорошее сочетание всего в одном месте. Мы успели посмотреть Белград немного, съездили в Новый Сад. Успели заехать, да, посетить Златибор. Нам везде понравилось. Конечно, хотелось бы приехать еще раз, чтобы еще лучше посмотреть Сербию. Если будет времени, потому что когда у вас следующая поездка в космос? Следующий полет возможен примерно через 3 года, не раньше, чем 2,5-3 года после предыдущего. Поэтому я думаю, надеюсь, что у меня будет время, чтобы приехать к вам еще раз. И я думаю, уже к тому времени, к приезду, здесь все работы будут закончены в этом прекрасном храме, и в очень красивом храме, и удастся насладиться уже всей красотой, скажем так, в полном виде, в целости. Приезжайте к нам в ожидании следующего полета в космос. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот разговор. Желаю вам всего доброго, вам и вашей команде, и, конечно, сообществу Unity, через которых вы сюда приехали. И приезжайте к нам снова, мы вам всегда рады. Спасибо большое вам. Poštovani gledalci, zahvaljujemo se na pažnji. Razgovarali smo danas sa Sergejem Kudj-Sverčkovim, kosmonautom Roskosmosa, učesnikom međunarodnih projekata na Međunarodnoj kosmičkoj stanici. Do sljedeće epizode želimo vam svako dobro.